Физкульт, привет, друзья, на связи Мускул Шоп, я Сергей. И сегодня речь пойдет о том, как похудеть на эллиптическом тренажере. Если ваша задача похудеть и скинуть лишний вес, то вы должны понимать, что эллипсоид или эллиптический тренажер, либо же орбитрек, как его еще называют, это, наверное, оптимальный вариант, один из самых эффективных тренажеров для похудения. Почему? Объясню. Потому что, когда вы занимаетесь на эллиптическом тренажере, у вас работают все группы мышц. И ноги, верхняя, передняя, задняя часть бедра, икроножные мышцы включаются в работу. Работает пресс, спина. И за счет движения ручек еще работают полностью руки и плечи. То есть практически все части тела задействованы в упражнении. Соответственно, больше всего сжигается количество жира именно на этом тренажере, когда вы занимаетесь на орбитреке. И для того, чтобы похудеть на этом тренажере, вам нужно усвоить всего лишь два простых правила. Первое, это вам нужно заниматься не менее 20 минут в день. Желательно это делать, конечно, с утра перед едой, либо же вечером, опять же, перед едой. Либо же это можно делать, в принципе, в любое удобное для вас время, но вот утренние тренировки максимально эффективные. Ну, это уже из опыта. Как минимум 20 минут за разовую тренировку, а желательно больше. То есть чем больше вы занимаетесь, там 30-40 минут, тем эффективнее становится тренировка, и тем больше, соответственно, вы сожжете калорий. У нас есть пример видео, как вот человек похудел, у нас купил тренажер, похудел на 20 килограмм за 2,5 месяца, лишь занимаясь только на эллиптическом тренажере. Причем он занимался, он вообще фанат был этого дела, он занимался регулярно каждый день, а то иногда 2 раза в день, но занимался он 1,5-2 часа в день с утра. Ну, то есть человек очень фанатично к этому отнесся, и результат, ну, не заставил себя ждать. Похудеть на эллиптическом тренажере вполне реально. Нужно только понимать, что целеустремленность и постоянная ежедневная тренировка поможет вам достичь успеха. Еще один важный момент. Если вы берете эллиптический тренажер, который программируемый, то есть который питается от сети, то здесь вам еще эффективнее будет тренировка проходить, еще больше результат вы достигнете за меньший промежуток времени. Почему? Потому что там вы можете задавать программы, то есть там есть режим интервальной тренировки. И таким образом вы будете менять интенсивность нагрузки в зависимости от времени тренировки. И, соответственно, от этого, ну, вернее, поэтому и будет проходить лучшее сжигание жиров в организме. Поэтому лучше всего брать, если берете эллипсоид, то берите его, который питается от сети. Электромагнитный, так называемый эллипсоид, эллиптический тренажер. Если вы хотите купить эллиптический тренажер либо орбитрек, но не знаете какой, милости просим к нам на сайт Muscle Shop. Ссылочка будет внизу под этим видео в описании. Заходите, выбирайте любую модель. Если сомневаетесь с выбором, можете набрать по телефону, который тоже будет внизу, и мы поможем вам определиться с выбором. Также напоминаю, что у нас на сайте есть раздел со спортивным питанием, где по адекватной цене вы можете выбрать нужное для себя спортивное питание. На этом все. До новых встреч. Пока.